Ну, не любит Якс избавляться от шайбы. Момент, бросок в ближний угол, добивание, и шайба все-таки влетает в ворота. Удается торпеда пробить Хельберга. И счет становится 1-1. Давайте смотреть. Первый бросок Гривика. Передача на дальнюю или даже на пятак. И тут вопрос, коснулся ли Кенни Агустино шайбы или нет. Вот тут, наверное, будет видно. Возможно, в ногу Агустино шайба попала. Именно от нее отскочила в ворота.